Все, если я сел, значит запись запустилась. Короче, вот тут на мониторе есть квота. Это мы должны столько мусора напиздить на планетах, ну на лунах они тут называются. Там такие данжи, они всегда генерируются разные. И вот столько надо шмоток наприносить. Тут вот комп, тут есть, можно выбрать луну, можно зашопиться, короче. Типа, нажимаешь это, тут пишешь шхоп. Блять. А ты хорошо пишешь по-английски? Пиши там шоп, и там будет, короче, типа, купить лопату можно, можно фонарик, можно там рации, всякую такую хуйню. Тут стор надо писать, а не шоп. А, бля, шоп, да, точно, стор, стор. Спасибо. Я хороший учитель. Да. Поэтому меня уволили. Пожалуйста. Да, ты, наверное, этим детям говорил, типа, бля, деритесь просто, и снимал. Ой, тихо. Стол можно купить, душ, блядь. Для вас подарок на баланс... Что? Для вас подарок на баланс 25 тысяч рублей. StoryCornet.club. Охуеть. Ебать, казино пойдем крутить. Кажется, да. Так, а как? А, она же... Так, что ты заказал? Ты там заказал? Я ничего не... А что надо-то, блядь? Заходишь в стор, пишешь там, типа... Там можно, кстати, полностью не писать. Типа, пишешь там... ну, там список появляется, и там смотришь, сколько у нас бабок наверху. И там пишешь, типа... там лопату точно надо заказать, точно можно фонарик заказать. Ну, я заказал лопату. Вот, лопата заебись, это оружие. Оно нам понадобится. Фонарик можно заказать. Заказал. Че у нас там? Там можно еще эти заказать, рации. Надо два фонарика тогда, получается. Ну можно, ну там денег много, немного, точнее. Там поэтому... 30 бачей осталось. Может эти заказать, рации? Можно станк гренайда. Не-не, давай рации. Про флешлайт, флешлайт. Воки-токи? Наверное, да, волки-токи. А... Ну все, вроде заказал. Ну флеш, бля, по-моему, флешлайт это флешка, бля. Не, флешлайт это фонарик. Все, ладно. Короче, вот рычаг, зажимаем, все, начинаем играть. Waiting for crew. Ебать, что-то долго. О! Ебать, это что сейчас было? Сюда можно шмотки скидывать. Понятно. Вот а у где нас... наши покупные вещи? А, сейчас, короче, прилетят. Чем я пальцем на тебя показываю? Они скоро прилетят. Нужно вот куда-то сюда встать, и они тут сейчас появятся. Так, только не умри. Они что, прилетят? Да, да, да. Дропнуться, типа. Ну, как в этом. О, слышу, летят. Как в этом, знаешь. Во-во. Вот где так же? Во, Апекс, Апекс, точно, да. Так, надо открывать. Так, лопата. Я рацию нашел. А ты одну рацию взял? Да. Ну разговаривай сам с собой, блядь. Надо было две брать. Там можно, типа, написать вики-вики, два, и у тебя две закажется. Бери лопату. Все, ты будешь, если что, пиздить. А у меня фонарик. Охуенно. Я саппорт. Я в таких играх только саппорчу. Вот что за трек там играет, надо сейчас заметить. Правой кнопкой мыши, типа, показывается... Ну, ты сканишь, и показывается, типа, куда идти. Вот нам туда. Ага. Вот, и мы сейчас будем ходить по данжу, да? И тут нужно будет сканить все подряд, типа... Потому что в темноте, может быть, не видно. О, я уже что-то нашел. О, ботл нашел. Ой, фу...
О, ну это можно вот сюда вынести, на улицу. Потом будем таскать. Так, ну let's go. Так, если видим какую-то хуету, убегаем. Но она же не сразу появляется в таких играх. Ну... Ну тут... Тут они... Тут, короче, есть точно одна такая лампочка, типа генератор. Когда ее берешь, точно прилетает какая-то хуйня. Кстати, вот это Big Bolt. Ты все скань, короче, по КД. Ага. Грубиян. Бля, вот сюда уже страшно идти. Блядь, самое стрёмное, когда ты убегаешь, и тут тупик. Тут коробы, бля, вонючие. Бля, только это... Все, все, нихуя нет. Блять, это ты дышал? Ой, нифига. Это что такое? Ты можешь такие страшные звуки не делать? Какие? Как будто не... Мы обратно вернулись, да? Ну, потому что там тупик, да. Там, кстати, аккуратно, можно ёбнуться и сдохнуть. А звук, слышу мину. Там звук такой был, как будто мина. На нее не наступая, очевидно. Блядь, что это? Слышу? Какой-то хуй ползучий. Аккуратно. Надо смотреть. Опять тупик. Да ебать. Че за хуйня? What the fuck? What the fuck is that? У меня в голове. Что-то недавно пересматривал твой стрим или что-то такое. Ты там. А, в Потоке старый канал, где там 6 лет назад. Нихуя. И ты там слушал это. Антон из Франции. О, Антон из Франции крутой. Че, куда нам идти? Мы вернулись обратно. Просто идем, типа, бля, там миллион ходов. Вот мы тут были, мне кажется, нет. Тупик. Тупик. Идем, значит. Вниз. Везде тупики, блядь. Ну, не... Но оно типа рандомно генерируемо. Так, все, ну мы тут, значит, были, значит, идем туда. Надо еще запоминать, где мы были, где не были. Блядь, мину слышно. Опа. О, вот эта хуйня, это генератор. Ты если его берешь, то тебе пизда. Бля, тут мины еще рядом. Стой, надо вспомнить, как выходить. Так вот, мы. Кстати. Да. Ее подпирать нельзя. Не, нельзя. Если на нее рацию кинуть. Ну, не надо, не проверяй. Так, здесь мы, короче, в самый последний момент. Пойдем дальше, еще почекаем, что тут есть. Типа, тут выход недалеко, поэтому. А, это все? Что-то есть какая-нибудь мелкая хуйня? Далеко ушли. А, ну по идее все. Мы типа забираем эту хуйню и убегаем. Реально? Да. А больше делать нехуй. Везде тупики. Тут раз, два, три, четыре, пять. А ты куда? Не-не-не, стой, ты чё? Ту хуйню надо взять. А ты... А как? Я там подходил к ней, там ничего не... Это, не юзается. Ее можно взять. А, подожди. А что за хуйня? О, бежим! Убегаем. Ой, блядь, я такой медленный. Фух, бля. Нормально. Все, нам теперь на шип. Это отнести все на дом.
только один, да, вход, я так понял. Там есть. А, кстати, можно проверить пожарный ход. Но ща лучше съебаться. Сколько это штук стоит? А, прыгни просто. О, 46. Что у нас одна осталась? Да. 5:42 пм. Тут еще типа есть пожарный ход, я знаю. Но есть ли смысл туда идти? А мы не замерзнем. Не должны. Тут еще вот эти ворота закрываются со временем. Ну, в принципе. Кстати, тут лестница тоже. Не, там нет нихуя. Ну, типа на первый день все. Там везде тупики были. Все четко. Все с кайфом. Все, ты тут, все, летаем. Нам, короче, надо через 3 дня вот накопить и все это продать. Угу. А сейчас по ощущениям, сколько мы заработали? Сейчас, ну вот можно все это просканить, 92 и плюс аппаратисия. Ну, наверное, тоже где-то 50 будет. Но я думаю, мы сделали квоту уже. Поэтому наша задача сейчас просто вдвоем не сдохнуть в данже. Все, полетели. Это сейчас новый, да, будет? Да. Че? А спасибо. Как танцевать? На один. Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ру-т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 у. Спанч Боб какой-то. А. Ну, данж не поменялся, да? Поменялся, другой данж. Вон сверху там ничего не может быть? Не. Короче, только в данже, да, мусор всякий. Ну. Железяки. То, что нам нужно в данже, да. Так, ну нам повезло, что никаких гондонов не встретили. Ой, бля, я забыл скинуть одну хуйню, ну ладно. Ну, ой, я ибо... А, ну вот тут, если что, можно перепрыгнуть будет. Бля, фонарик забыл зарядить. Сейчас мы проебем. Так, мины аккуратно. Так, она точно где-то тут. Тут, по-моему, ничего нет. Да. Опа-на. Опа-на. Страшно. Тут вон паутина. О, пизда. Вот он, ой, блядь. Уходим нахуй. А чё, не отпиздим его? Мне кажется, нет. Ой, блядь. Уходим. Уходим. О, ты мёртв? Ты умер? Бля, вот он умер. Прикол, что я теперь тебя не слышу. Вот это есть минус такой. Со скольких тачек он умирает? Я хуй знает. Я ему 5 раз или 4 раза по ебалу дал. Против них надо брать типа норм темку. Ну типа станы и так далее.
Эти гранаты, которые. Ладно, я понял, уже... лучше, короче, от них убегать нахер вообще. Да. Ну, типа, первую квоту точно, мне кажется, надо убегать. Потому что денег нихуя нет. Лопаты это так чисто, ну вот, на всякий случай. Потому что они, большинство тебя хуярят с одной тычки. Все, я тебя воскресил. Ну прикол, что если мы вдвоем умираем, мы все вот это проебываем. One day left. Мы уже 385, по-моему, собрали. Ну хз, как нам это оценивается. Так, ну все, нам надо сейчас точно что-то принести и не сдохнуть. Потому что мне кажется, 130 вот этого не хватит. Я лопату проебал, вообще. А, ну да. Ну, там можно найти знак этот. Короче, чем пиздиться можно найти. О, кстати, надо не забыть выкинуть. Окей, let's go. Тут, кстати, они, по-моему, монстры реагируют на звук. Типа они тебя слышат. Ты где? Реагируют. Так, всем ку. Но если что, лучше убегать. Да, я понял. Да я ему говорю 4 раза. Ёпчай, я пролетал. Апчхи-бусиги. А эти, когда сканишь, как они подсвечиваются? Кто? Ну, когда ты на правую кнопку спамишь. А, понял, как они подсвечиваются, все. Ну, вот так вот. Тут еще есть запасной выход. Его можно найти, если мы типа сильно заблудимся. Потому что я уже не помню, как идти. Ключ. О, ключ бери. Взял. Вот эти двери можно с компа открывать. Угу. То есть там на компе есть этот монитор. И можно типа смотреть, кто куда идет. О, ебаш ключом. Ой, это не трогает, свет вырубает. Он нам нужен. А если, допустим, с тобой Питер бежит, сколько он бежит с тобой будет? О, fire hit. Ну вот, мы нашли. Фу, блядь, это реально fire выход. А, блядь, долбоёб. Мяу. А я не знаю, сколько бежать будет. Так, ну... Я уже заблудился, если честно. Ну, по-моему, вот... отсюда пришли. Да, наверх. Наверх. Или не наоборот. Наверх, сверху мы пришли. Пойдем вниз. Я уже заблудился, пиздец. Не, мы отсюда пришли. А, не, нет. Или да-да? Нет. Да-да. Нет, а, ну да-да. Нет-нет, да и да-да. Тоже блять. Что-то есть. А, тут... Тут мы и были. Ничего нету. О, бери. Нормальная темка. Я с ней буду постоянно ходить. На ей нельзя пиздиться. О, подарочек. О, болт. Нормально. О. О. Ну, в принципе, го в пожарку. Да, погнали. Бля, тяжелый пиздец. А с этой такого? Вот мы, допустим, из пожарки вышли, да? Угу. Там может какой-нибудь челик заспавниться? Ну, на улице нет.
Ебать. Не-не, около пожарки, допустим. А хуй знает. Разве наверх? Ой, бля, тяжко нахуй идти. Что, здесь скинем? Не-не, пойдем на корабль, мне надо зарядить этот фонарик. На улице могут быть противники, но они, по-моему, типа ночью приходят. Типа, когда ночь, или как это называется? ПМ, это чё, вечер? Ну, то есть, по сути, вот ты пришел с работы, да, работал весь день грузчиком. Блять, приходишь с работы, играешь тоже весь день грузчиком. Охуенно. Это все о том, в чем я мечтал. Я всегда этого хотел. Я хочу спиться и умереть от пьяни. Бля, ну тут уже 254. Может... Чё? Мы типа можем все лететь отсюда нахуй. Сейчас закупимся гранатами и будем пиздить этих долбоебов. В шкафчике что можно класть? Ну, типа вон фонарики всякие там, лопаты. Вот все там. Фонарик. Так, теперь нам надо выбрать луну. Поменять. Заходи там, короче, в компьютер и пиши Moons. А, бля, я не помню, какая там Moons. Не, отойди, дай-ка я сейчас найду. Moons. The Company Building. Вот это вот нужно. Ой, бля. The Company... Блять, пни. О, да, окон. О, найс. Все, летим. Короче, прикол, что только в последний день ты можешь продать за полную стоимость. Понял? У нас ноль осталось дней. Ну, типа, вот последний день. Типа, нулевой день это вот последний. Все, вот это все мы берем. 4 дает. Ну, типа, последний день на продажу. Все берем и несем сюда. Надо всю эту хуйню скинуть. И потом закупаемся, короче, оружием. Идем люто трахать. Пистолетов тут нет, тучи. Ну вот хуй знает, что-то там такое есть. О, бля. Все, да, вроде? Шип. Бля, сколько это хуйня? Big Bolt? Не-не, отойди оттуда. Там щупальца стрёмные. Отойди, блядь! Он меня тоже может убить? Да. Нихуя себе. Все, уходим. Я у него чек не взял, сволочи. Тебе пизда. 36. В жопу. Ну нормально, бабок дохуя. А ты смотрел видос? Мне, короче, какой-то чел в комментариях написал под Fallout'ом прохождением, типа,
Бля, первое видео, сразу мат. Типа, некрасиво, смотреть я это не буду. Я пересмотрел видос, и там, типа, 10-е слово мат. Я ему написал, типа, ты чё? Я не видел. Чё тут? На, прочитай. Где? Так, всё? Тут что-то требовалось. О, quarter rich hit. Овертайм бонус 30. Всё, найс. Все, следующая квота 232 мы должны набить. Так, мы, короче, должны выбрать луну. Сейчас я выберу. Ну вот, экспер. Так, кон. О, у нас столько бабок. Все, можешь закупаться там. Что хочешь закупать? 402 у нас? Да, есть, есть, есть. Это есть. И что надо? Так, ну, а что там есть? Ну... Точно лопаты, точно гранаты. Что-то если на нас нападут, мы захуярили. А, ну и профлэш возьми, он получше. Про флеш можно одну взять? Ну, можешь одну, да, взять. Так, что еще надо? Бумбокс, надо. Там просто выскочил. Ебать. Ну, тут есть, типа, эти, стан, гранат, гренейд. Их ну, там... Ну да, да, их бери лучше. Сколько их штук брать? Возьми две. Слишком тяжелый груз. Все нормально? Ой, бля. Так, что еще брать? У нас 300 монеточек. Ща, дай гляну, что там есть. Лопату надо еще. Там типа нету ган какого-нибудь. Есть, но он 400 стоит. Стори. Чё за TZP Inhalant, я хз. Возьми бумбокс. Бумбокс? Давай возьму бумбокс. Всё. Набрали говна. Все, погнали. Спасибо, Настюш. Да, let's go. Ой-ой-ой, что ты делаешь? Это пук. Мы там же? Да, да. Сейчас еще заходик тут, и потом можно уже другую луну брать. Level B. Понравилось мыть пол. Ну этой штукой прикольно мыть пол. Она сама высохнет. Ты где? Кстати, знаешь что? Мы ж не подождали. А, дорогу. Бля, точно, реально. Надо это быстрее, а то он улетит еще. Откуда песня? Очень сразу.
Так. Я флешку взял. А как в рацию говорить? Ты одну, да, взял? Да. У тебя еще одна? Потому что надо разойтись, типа, тогда он сам будет говорить. У меня нету одной. А, у тебя нету? Не. Бля, нахуя ты опять одну заказал? Так, я пока положу... Бля, чтоб в руку... Ты, кстати, слышишь эту хуйню? Ой-ой-ой, отходим аккуратно. Мухи! Да-да-да, хуёвые. А ты гранат... Ты гранату взял? Да. Ну, пойдем. Ты слышишь музыку? Да. Монстры, я думаю, тоже услышат. Там вроде можно и включить, и поставить эту. Да. Взять. Все взял. О, what? Это что? Флэш. Граната. А, это у тебя граната? Я могу кинуть, посмотрим, что. Не, не надо, пока не кидай. Блять! Тут нихуя нет. Джоя, они на деревья! Блять, я кого-то слышал. А зачем мы выключили? Все, уходим отсюда. Просто думал, что я успею убрать ее. О! О! Пожар. Я типа фуловый. Бля! Зайди туда. Зачем? Это реально пожарный выход? Бля, там хуйня! Иди сюда, иди сюда. Я вот тут вот аккуратно, хуйнюшка какая-то. А где-то тут было, я ее видел. Это что такое? Сейчас, подожди-ка. Ой-ой-ой, вот она, наверху. Вон она. Видишь? Бля, тут и паук. Видишь ее? Вот она, вот она. Хуярю. Блять, там паук. Ой, мы можем его захуярить. Иди байте его и кинь в него, короче. Кидаю гранату. Ты кинул? Блять, ты не кинул? Кидай гранату. Блять! Кидай гранату! Какой краб нахуй? На! О, я убил. Чё за хуйня? Он на мине не подорвался. Наверное, не робит. Там ещё один хуй. Бля, да. Ну это... Короче, я понял, как это играть. Надо от всего нахуй убегать лучше. Ну да. Блин, а граната тоже так долго кидалась. Ее сначала чеку снимаешь, потом еще раз нажимаешь, он это только кидает. Че я подобрал-то, бумбокс? Нет? Какая-то хуйнюшка. Так, ну, граната работает, рабочая тема. Так, главное, чтобы меня теперь мухи не было. Ты 9 будешь, Никитос? Ну, можно, да. Я просто, мне через минут 10 надо отойти на неё долго. Ну, можем... Ну, примерно ты так и ушел. Да.
Не, мне просто надо съездить. Нихуя себе. Магазин. Нихуя себе. Ну ладно, чё. Съездишь. Потом еще как-нибудь поиграем. Ну вон Некит говорит, завтра можно. Я завтра хочу точно поиграть в Fallout. Fallout. Ты первый раз играешь вообще? Да. Ну, Fallout, да. Коллектор 0, блядь. А? 47 из 270. Да. О, привет. Здорово. О, привет. Заказывай гранатки. Пип. Так, ну, кстати, паука получилось захуярить. А что с него дают? Да нихуя. Ты выживаешь. Все. Выключи в DS себя. Да, чё? Чё ты там? Swing Shovel. Это что такое? Ударить, типа. Change Quit. Door гидраулик 100%. Че, let's go? Да. А ты чё, будешь вести YouTube канал? А? Вот стрелка проебал. Чё? Ай, бля! Ты умер? Бля, ты чё гонишь нахуй? Да я спрыгнул, я ж не знал, что тут от падения можно сдохнуть. Ну ладно, я пойду сгоняю разочек один. Блять, птица. Так чё, ты YouTube будешь вести? Так я уже веду. Где? Чёрно-жёлтый. Да? Не-не. Бля, жалко. А то я уже не могу, не знаю, на что дрочить, поэтому думал хоть на тебя. Я могу для тебя OnlyFans завести. О, точно, ты же заказал. Я буду обмазываться маслом. Нихуя. Просто чисто сидеть на камеру или жрать просто на камеру. Спасибо, спасибо. Еду ебать. Бывает тут фонарик, а ты не заказал. Я вроде фонарик. Фонарик. Три фонарика, да. Чтобы было. Бля. Ты, короче, потом завтра еще поиграем? Ну, я надеюсь. Я очень надеюсь, что я завтра поиграю. Так, ну погнали, ёпта, бля. А работаешь ты как? Работаю с понеделька по пятницу. Короче, суббота, воскресенье, у тебя выходной, да? Да. А у тебя? У меня без выходных. Бля, 7-0 хуяришь? Да. Ты, ну сколько ты получаешь? 150. 150? Ну бля, ну да. 7-0. Если бы я 7-0 хуярил, я бы, наверное, тоже 150 хуй. Получал бы. Ну там никак, блядь, не 7-0 там, блядь. Там. Короче, заказ, если есть, то типа работаешь. Если нет, то просто приходишь, ебланишь и домой идешь. Бля, классно. Ну, практически постоянно, ну не как постоянно, у тебя в жопу в мыле постоянно. Жопа в мыле? Ну, блядь, торопится что-то, не успевает нихуя, и ты можешь сутки хуярить. Mm-hmm. Ну, а так мне прикольно. Это надо. Так прикольно, блядь. На этим, как у... Там в МТСе недавно этот арена был, там ВК делали, типа, какую-то хуйню сверху ставить. И там просто пидорас... Ой, извините, осуждаю. Там этот, как его...
Ах ты ж пидарас. И, короче, мы хуярили ночью, понял? А я сутки хуярил, потому что я днем типа был на базе, а потом поехал на этот монтаж, это так называется. И короче, приезжаю, и там типа, ну пиздец, спать хочется, знаешь, типа там есть моменты, когда можно поспать. И пидорас начал проверять микрофон и просто раз, 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 раз. И просто он там орал, пел пиздец, там типа бря, бря, вот так вот делал. Я думаю, ах ты ж сука, вонючая. Блядь, паук. Блять! Он уже близко, не видит! О, блядь! Сука, она меня оглушила. Я-то думал, она задержит. Ну, вот мы, короче, и проебали. Ну ладно. Да, ща. Пиздатая игра, можно еще потом поиграть. Все, всем спасибо за просмотр. У меня был в гостях Костя. Ждем его YouTube-канал. Ссылка в описании.